Подъем, блядь. Говнюки. Вы что, думали, что я спать уже лег без вас? Конечно, нет. Сейчас вы будете кушать вместе со мной. Сейчас я вам все покажу. Как так? Ты хотел лечь без меня? Что ты вообще надумал такое? Так. Значит, сегодняшний ночной прием пищи. Курица с рисом, все как обычно. Да не, еще никого не разбанил, я забыл. Короче, курица с рисом, как обычно. Тут у меня салат из редиски с луком и укропом. И там еще две вилки со сметаной. Вот, а это, короче, мой экстаз. Это лимонад Дюшес, который я сейчас себе купил в Перекрестке. Блять, он очень вкусный, ребята, реально очень вкусный. И пока мне еще несколько дней можно пить вот такой лимонад, я буду его пить. Хотя Вишневский, блядь, материл меня благим матом и говорил, что я гондон, потому что допускаю себе в пищу то, чего вообще допускать не должен. Но я считаю, что он не прав. Потому что если, блядь, я совсем ничего не буду кушать, то я не выдержу просто, правильно? Потом на диете, а я же должен на диете выдержать все. И все должно быть как надо. Поэтому я решил, что ничего, я пока покушаю, короче, и попью что-нибудь вкусное. Короче, смотрите еще. Вот, и это я, короче, себе купил в магазине сироп шиповника сейчас. Решил себе в чаек добавлять. Вот, это же этот, как его, антиоксидант, короче. Вот. А вот еще, это мне на десерт, смотрите. Это мой десерт, фрутоняня. Фрутоняня — это очень вкусно, детская пюрешка, там нету сахара. А раз там нету сахара, а только фруктовая пюрешка, значит я буду кушать. Ну вот, короче. А, вам нравится, как я побрился, да, опять? Я знаю, я красавчик сегодня. Сегодня я побрит. И подрежу. Ну так-то. Спасибо, спасибо. Забрал у дочи, чё? Бодибилдер я по жизни. Вкусно, вкусно, очень вкусно. Угу. Здрасте. От головы свет отражается. Натер лысину до блеска. Как портовая сучка выглядит. Да. Спасибо. Ну а что, вы пожрали уже, да? Вы пожрали? Скажите честно, вы пожрали и ждали, когда я выйду с едой, перископ, чтобы посмотреть на то, как я ем просто, да? Что мертвый-то умереть не может, да, это про меня. Камеру не протереть, у меня фронтальная камера плохая. Много съедаю курицы. Спасибо. Иван Водянов тоже спит. Прекрасно. Да, я красивый, я знаю. Жиром заляпал весь экран. В Америке осенью, что делать? Так ты заходи чаще, я не всегда кушаю, я иногда еще сплю. Но я на перископ тогда просто не снимаю. Так, мастер, ты сам тогда допизделся, поэтому жди теперь разбана. Заходи с этой странички, не ной. Я вспомню и разбаню тебя. Да. Не, а что, нормально? Я сегодня старался, видите, усы выбривал себе. Бороду. Вся хуйня. 5 порций мороженого. Пьяно приедет, а я с ответным визитом, это точно. Отличный. Я знаю, что качество плохое. Будем улучшать. Я же говорю, куру с рисом. Ну что может есть еще качок? Куру с рисом, рис с курой. Да, я как будто в парилке. Я знаю, это не оригинально. Об этом все говорят. Как у Малахова. Я
Я такого никогда не говорил, ты меня путаешь с кем-то. Честно, нет, не для вас прихорошился. У меня дочка сказала, что я очень бородатый стал. Поэтому я сегодня побрился. Специально для дочки. Она оценила, сказала, что так намного лучше. Не, это у меня 5С, но он просто уже, видимо, у меня заподшмаченный совсем. Всю еду африканцев съел. Да зачем им еда? Дочку зовут Настя. Сейчас кто-то у меня в бан полетит. Любители разговаривать про члены. Так, ну ладно, что вы пристали? Давайте это. Что-нибудь еще поговорим. Блин, редиска вкусная, честно. С бренчем. Но я надеюсь, я буду больше. Со временем. 18-20 лет я уже выступал и колол витаминки, я тебя удивлю. В 18 лет я уже был абсолютным чемпионом России по юношам и чемпионом Питера по юниорам абсолютно. Помидоры ем, почему же? Я в первый раз в 16 лет выступал, дружок. Мастер, ты опять начинаешь, да? Ваня приедет. Водянов параллельно мне привет передает. Ему от меня тоже передайте. Каким вопросом? Блять, увеличил дозировку гормона роста, начался опять дичайший тоннель в руках. Ну это пиздец. В Питере не жарко, в Питере душно. Я же говорю, я с 16 лет выступаю. Ну а что делать? Если не хотеть все время жрать, тогда с чего мышцы будут расти, мой маленький друг? Я не знаю, не пробовал. На море, наверное, хорошо. Проф, это кто, профессор? Бля, в натураху красавчик вообще. Я бы тоже грудку загрилил. Пока не знаю. Как будет известно, скажу. Салам, Казахстан. Певчага и шашлык на сушке без углеводочка. Певчага и шашлык не на сушке, углеводочка. И очень даже заебись. Да ладно. И чего? А еще ебаться нельзя. И еще грехи есть, если ты не в курсе. Спасибо. А что там делать на Кубани? Вот так точно, Дронич. Ну, Риге привет тогда. Ну, лайкайте побольше меня. Чего вы так мало лайкаете? Я тут ночи напролет на вас трачу, скоты. Не знаю, как тебе набрать вес. Попробуй не ходить в туалет.
Не знаю в натураху, а какая игра-то была? Во что играла сборная России сегодня? Сборная России во что-то играла? Футбол? Ну и как? Наши показали всем, как не надо играть в футбол? Ха-ха, дебилы. Неудачники, блядь. Сука, как хорошо, что я больше не смотрю футбол. Этот, блядь, вид спорта, в который русские вообще не могут играть. Просто априори. Его надо исключить из списка спорта для русских. Блядь. На Сберкарту 300 рублей нищеброды ебаные переслали. Это кошмар. Такого поворота не ожидал даже я. Когда камера будет новая? Не знаю, ребят, не знаю. Денег нет, денег нет. Все деньги на еду трачу. И на гормон роста. Вот я тоже подумал, что так много? И купил мороженое. Люблю мороженое. А вас не люблю, вы жматы. Правильно, Дронич. Ну их нахер. Едем в Израиль. Да? Кто со мной едет в Израиль, скажите. Так и да. Так и я. Света, я беру тебя. Еще есть со мной? Я буду ваш Моисей. Я поведу вас через пустыню и выведу вас к морю. А потом мы его разведем. О, Давид. Нормально. Ты с нами. И вместе куда-нибудь придем. Предположительно в Израиль. Я буду ваш вожак. Я буду водить вас 50 лет, пока вы не сдохнете, а ваше потомство не пойдет за мной. Ну так надо, ребят. Никто не должен помнить, что было. Понимаете, о чем я суть говорю, да? Давай посмеемся вместе, придурок. От бренда Валерона будете питаться. Я вам БЦА буду давать по ходу, по дороге. Платно, конечно, это же дорога в Израиль. Будете покупать у меня все. Менять рубли на доллары, а доллары на шекели. А обменник будет у меня. Блять, мастер, ты опять же свое, а, сука. Будешь держать свою жену крепче тогда. Хорошо, это ты про что? Нет, ребятки, я про вас никогда не забуду. Куда бы я ни уехал, я буду перископить для вас отовсюду. Весь банк у меня. Ну таки да, таки да. За весь день? Ну не меньше 400 грамм. Опасаешься меня? Да не ссы. Нормально все будет, отвечаю. Просто твои дети будут на меня похожи.
еды, да, много. Я много ем. А хуй ее знает где. Я всех оскорбляю. Говорю, что все пидорасы. Поэтому они не могут меня смотреть. Я слишком наглый, дерзкий и надменный. Дронич, не, у меня грудки поменьше, а остального побольше. Там не только то, что ты перечислил. Спасибо за зарядки. Какой-то есть брат. Не знаю, как оно называется. Высшее, по-моему. В переходе диплом брал. Со скидосом. Ну, конечно, будет как я сексуальный, но как еще? Что за вопрос? Это само собой разумеется. Я подарю тебе лучшие гены. Да. Конечно, нужно. Переведи мне 1000, а другану скажи спасибо. Да и хуй с ними. О, боксер в студии. Боксер в студии. Сейчас ушатает с двоечки. Подожди, возьмусь за что-нибудь покрепче, чтобы не упасть. Не могу. Очень много еще жевать. Свертухи, да. С тройной. С тройного тулупа. Блядь, ребят, я есть устал. Калорий много, не знаю. Пик черепа? Где ты увидел пик черепа, чувак? Это световой эффект, мой друг. Ты перепутал меня с Юрием. Для меня есть эта норма, да. Хороший вопрос, мой маленький друг. Я думаю, много не надо. А как ты сам думаешь? Конечно, больше. 12, я думаю, тысяч калорий. Ой, пожалуйста. Извини, с полным ртом не поют. Я тоже так думаю. 12 не может. Наверное, 13. Я ошибся, извини. Да, 13. 13 раз в день. Каждый прием пищи 1000 калорий. Так и работаю. 2,5 килограмма риса. Да, главное побольше ферментов закинуть и все. Делов-то. Не переваривать нормально. Повар, нет, не нужен, спасибо. Я нахожусь в режиме жесткой экономии. Как скажешь, вот сейчас пожру и лягу спать. А что, Борисова мало? Он мало про жизненные темы базарит.
Кто такой Холосос? Это какой-то греческий актер? Или это греческий бодибилдер? Холосос. Николас Холосос? Васип вытянет нормально. Если что, обращаюсь к Холососу сразу. Передаю слово Холососу. Метан, метан. Метан, метан. Отдай мне пару килограмм. Давайте, ребята. Ребята, нужно больше интересных вопросов про метан и Холосос. Обожаю просто. Вот хороший вопрос про Васипа. Как это я не тупорылая кочка? Никому не говори. Говорю, да или нет. Если учесть тот факт, что он курсит, я думаю, он выглядит никак. Но волосы у него классные. Мне нравится. Про цену Холососа договоримся отдельно. Очень интересная тема. А если оптом дешевле? Underground. Могу вам рис в мешках продавать сухой. И назвать его Super Gain. Super Gain in the Zernas. Не, извини. Не хочу читать. Тем более рэп. Тем более у меня правый глаз уже спать ложится и левый собирается. Конечно, продержался бы. Даже больше бы продержался. Мы могли бы с тобой горизонтальное положение лечь, но просто чисто так я бы тебе морально поддержал бы просто. И лежал бы с тобой хоть две, хоть три минуты рядышком. А чё нет-то? Уже почти, ребят. Еще немножко. Верьте в меня, я справлюсь. Сука. Блять, не могу, смешно. Добавочка? Не, у меня же пюрешечка потом. Банановая, вкусненькая. Перед сном. Сладенько. Ребята, давайте про тех, кто спрашивает что-нибудь про Васипа, все дружно писать «Фу, лох!». Мне кажется, это будет оригинально. Даже оригинальнее, чем те, кто спрашивает у меня про Васипа. Но я ферменты не сосу, будем откровенны. В лучшем случае я их посасываю, но не сосу. А это несерьезно. А так, если есть что пососать, то почему бы и не пососать? Конечно. Говно вопрос. Почему бы и нет? Прямо сейчас согну. Я могу даже силой воли согнуть вилку. А вы можете? Как в матрице, посмотреть на ложку, и она согнется. Можете? Скажите мне честно.
А ты сможешь спирт, которым ты протираешься перед уколами, залпом ебануть сразу в горло и после этого не запивать ничем? Сможешь? А я смогу. Чувствуешь силу? Так, блядь, Дронич, тебя никто не спрашивал. А, красава, отчет алкашей открыт, гомики, я вас спалил, алкашня. Эх вы, на такую простую хуйню развелись, сразу же, да я главный алкаш. Я в этом не мастер, мастер. Для этого есть мастер. Но в эту игру же можно сыграть. Она будет называться как Old. Знаешь такую, да? Здравствуйте, я Рома, я алкоголик. Классно, зачет, молодец. С подключением. Еду ем. Ой, блин. Ну почему же нет? Обожаю алкашей. Даже не нюхал куску. Ты, наверное, хотел сказать киску. У меня есть кот Тайсон. И он все время своим очком пытался сесть мне на лицо. Но я ему не дал. Я не дал ему, мастер, честно. Я его в наглую просто брал и скидывал. Говорил, сука, куда ты лезешь, тварь. Да я вообще-то всегда через домофон сижу. Ну ты как всегда оригинален, молодец. Конкурс на лучшую остроту открыт. Ты первый номинант. Ну да, он посмотрел, волос много, борода. Он подумал, это заросли, и решил туда насрать, но я не дал ему. Ну вот так. Главное, пацаны, бороться. И я боролся с котом, и я победил. Нет, ничего невозможно. Можно победить даже кота. Вот так. Угу. Иди нахуй. Оп. Ну. Не понял, что меня должно было задеть, ну ладно. О, красава. Вот это правильно, блядь. Ты ему сделал неожиданно, да? Хопа, и насрал ему сам в лоток. Блять, уважаю вообще, молодец. О, отчет Петросянов открыт, я понял. Петросян, есть перископ, прикольно. Я подписался бы, если бы знал куда. Короче, ребята, я поел. Спасибо за компанию. Дальше я буду есть пюрешку сладкую, банановую. Это уже без вас. Потому что там очень вкусно, а вы будете мне мешать. А я хочу сконцентрироваться на вкусном пюре. Понимаете? Это вам не курицу жрать, которую жрешь и думаешь, блять, когда она уже закончится. Это вкусная пюрешка.
Так что идите спать. Пока. Моя пюрешка ждет меня. Пока.